Дорогие коллеги из Русского театра Эстонии, я поздравляю вас с юбилеем. Хочется пожелать, знаете, артистам хочется пожелать только здоровья, потому что удача, успех, творческие какие-то новинки, все это в ваших силах только тогда, когда вы полностью здоровы, тогда, когда здоровы и счастливы ваши семьи. Поэтому, пожалуйста, берегите себя. Любите себя, берегите всех вокруг, тогда вы будете счастливы и довольны. Я вас поздравляю, материального благополучия, приезжайте к нам в гости, а мы будем приезжать к вам. Всегда с радостью, с большой любовью, Светлана Пермякова.